сердце, жумри, следуй по пути. И найдешь ответ. Где я? Что за черт? Ты проснулся, но не полностью. Рука обездвижена, чтобы сделать татау. Плавать в бурю — храбрость, но загорать на пляже с пиратами — безумие. Ты вправе забрать мою жизнь, но и я вправе забрать твою. Денис. Джейсон. Бангау. Лаба-лаба. Цапля, акула и паук. Я знаю, кто ты, Джейсон. Ты воин. А Татау позволит тебе раскрыть твою суть. Слушай, мой старший брат убит. Мне надо найти младшего брата и еще нескольких друзей. Идем. Ты мне поможешь? Тебе не понадобится ничья помощь. Джейсон, я освобожу тебя. Откуда я тут? Я нашел тебя на берегу. Хорошо, в деревне Манаки. Красиво тут, а? Саламат, Тенгахари! Я привел сюда Джейсона Броди, человека, который сбежал из лагеря Васа. Твой побег – знак того, что расклад сил поменялся. Нашим людям нужны добрые вести. Так, это твой народ? Остров призывает сильнейших. Он призвал меня. Трахиат, жители острова, приняли меня, и я стал членом их племени. Симпатичная, правда? Красивая, даже очень. Я мог бы выбрать любую из них, но моя душа принадлежит одной. Вот, деньги на оружие. Ты же хочешь спасти брата, да? Я раньше ни в кого не стрелял. Как там говорят в Америке? Все когда-то бывает в первый раз. Включай радио вышки. Если не включишь... Отлично, пойдем. Здесь силы исходят из джунглей. От острова. Ты должен узнать землю. Надо знать, где ты стоишь. Вышки нужны Васу, чтобы видеть карту острова и своих людей. Шифраторы блокируют доступ. Нашим людям эти устройства ни к чему. Но ты можешь получить из них ценную информацию. Да, шифратор наверху. Каждая вышка покрывает какой-то район. Заберись на все вышки и откроешь всю карту. Наверное, это радиовышка.
посмотреть вниз. Славно прокатился. Удачно. Отлично. Покажи карту.